Добрый день, я Кайсунова Раиса Хамсаратовна. До этого, как приехала сюда, у меня были сильные-сильные боли. Постоянные сильные боли. Я не могла даже не смеяться, не разговаривать, даже рот открыть. У меня были постоянные-постоянные боли в челюсти. Как мне порекомендовали после этого, 14 ноября сюда приехала в Москву, я вот почувствовала себя человеком, у меня боли полностью прошли. Я даже и не думала, когда вот, если кто-нибудь мне говорил и сказал, я даже не поверила бы, что можно так хорошо вылечиться, пройти эти боли. Я периодически посещаю, от этого мне стало намного легче. Я благодарна клинике, я безмерно благодарна врачам. Большое огромное им спасибо за то, что я сейчас могу быть нормально и разговаривать, и кушать нормально. До этого у меня не было этого. Так было тяжело. Спасибо сейчас врачам. Я прямо не нарадуюсь. Прям без слов. Я даже не знаю, кроме благодарности, кроме огромное-огромное большое спасибо этим врачам. Я безмерно благодарна им, потому что они вот дали мне вторую жизнь.